софи не отбьюсь об заклад. Так и можно обнаружить клад. Сделал ставку на Кубань 24. Мы в эфире. Теперь и отныне вызов принят, вызов принят. Друзья, для того, чтобы принять очередной вызов, мы отправились в самое сердце Краснодара, в бильярдный клуб, где познакомились с мастером спорта международного класса по русскому бильярду Размиком Варданяном. Размик, привет! Привет! Мы решили бросить сегодня вызов, ну как мы, я брошу вызов Размику, но для того, чтобы уравнять наши шансы, мы решили сыграть не в русский бильярд, а в американский пул. Так будет честно, так у меня есть хотя бы шанс на победу. Вряд ли. Давайте начнем. Для начала Размик рассказал мне об основных правилах игры и показал настоящий мастер-класс. После этого в своей победе я начал сомневаться еще больше. Ставим пирамиду, пирамида ставится. Вот первый шар должен оказаться точно по центру. Да, только по центру, и остальное по линии. Угу. Вот таким образом разбивается пирамида. Поближе. Ага. Ставим мостик такой, ага. Открываем руку. Ага. Большой палец остальными. Ага. Держим. Ага. Вот так. Чтобы кип. Вот, ага, вот все так. Я понял. Между большим пальцем. И по кию смотрим, прицеливаемся. Ага. Сила удара — это очень важно. Потому что ты должен понимать, какой силу ударить, куда выход сделать. Объяснять с нуля правила я вам, конечно, не буду, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Просто попробуйте поиграть. В бильярдном клубе вам точно помогут со всем разобраться. Главное, что вам нужно знать, для победы я должен забить все шары своего цвета в лузу. Мне достались шары полосатые, а Размику одноцветные. Я уже проигрываю. Есть какая-то схема жульничества? Нет, не жульничество, здесь просто, ну, так скажем, профессионализм. Я, чтобы забить вот этот шар, я уже следующий ход для себя... Продумываете. Это как шахматы, да? Конечно. То есть вы думаете на несколько шагов вперед. Даже я бы сказал, сложная форма, чем угу. шахматы. Угу. Здесь шахматы, если есть 64 квадратика, ты любой ход увидел и с легкостью ты его взял, сделал. А, ну я понял. Здесь ты увидел ход, еще его нужно исполнять. Осуществить, а для да. того, чтобы исполнять, это очень много года нужны, чтобы брать. Да, да. Че ты видел? Почему-то в бильярде, как ни в какой другой игре, когда соперник промахивается, ты очень радуешься. Не знаю, почему такое ощущение. Несмотря на то, что я действительно очень старался всеми правдами и неправдами заполучить победу в партии, одержать мне ее, к сожалению, не удалось. Вот и поражение. Размик, ну, это была честная игра. Я думаю, что мы должны как... Спасибо, да, за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Это была игра... Мы сколько играли? Минуты полторы? Вот. Ну, все. Но зато я, по крайней мере, попробовал свои силы. Друзья мои, нужны огромные просто усилия и долгие годы тренировок для того, чтобы попытаться сразиться с чемпионом такого уровня. Я узнал, что Размик 23 года, да? 23 года занимается бильярдом. Не пытайтесь повторить. Нет, наоборот, нужно попытаться. Попытайтесь повторить. Почаще приходить в бильярдную.
заниматься, тренироваться. Да, это очень интересный вид спорта, на самом деле. И детей нужно. Поражения не должны вас останавливать. Меня не остановят, я еще немножко поиграю. Да. Спасибо еще раз. Спасибо.